и морковки в садике моем. Вас я вышиваю здесь на лоскутке. Ну и песня! Добрый вечер, еноточек! Здравствуй, Шунечка. Что, понравилась тебе моя песенка? Ну, вообще-то не очень, потому что она совсем нескладная. Ну и пусть нескладная, я же не поэт, а зато работать с ней веселей. А работа у меня очень интересная, вот. Ой, еноточ, а ты что, решил вышиванием заняться? Точно, это у меня новое увлечение такое. Ох, интересное оно оказывается, а главное, полезное. Правда? Ну еще бы, ты сама подумай. Выращу я тыкву большую-пребольшую, съем ее, с вами поделюсь, конечно. Ну, если поделишься, то это очень хорошо будет. Ну, я сам знаю, что хорошо. Только вот съем я ее, и никакой памяти от нее не останется. А тут на лоскутке вышью, в рамочку вставлю, на стенку повешу. Такая вышивка любой дом украсит, вот. И правда. Ой, какой же ты выдумщик, еноточ. Да не я это придумал, Сунечка. А кто же? Это все московские школьники, участники конкурса «К истокам старины глубокой». Я у них недавно на выставке побывал. Вот некоторые идеи и взял на вооружение. Ах, вот оно что! Ой, какие они молодцы! Да что там вышивка? Девочки и мальчики целую сказку сшили своими руками. Как это? Сказку сшили? А вот так. Жили-были в одном дворе замечательные друзья. Корова-мушка, собачка-тявка, кошка-мурка, курица с цыплятами и овечка с утятами. И такие они были дружные и веселые, что даже ежик Колючкин к ним из леса в гости приходил. Вот как-то утром прибежал Колючкин к друзьям и сказал: «Вы слышали новость? Корова-мушка нас в гости приглашает. У нее день рождения». «Ура! Ура! Бежим скорее!» «Подождите, подождите, а как же подарок? Надо что-то придумать». «А что тут думать? На день рождения всегда с цветами ходят». «Цветы завянуты, не будет никакого подарка». «Правильно». «А к тому же на лугу, где мушка пасется, их и так много». «А что, если я ей косточку подарю? Есть у меня одна просто замечательная для себя берег». «Зачем мушке косточка? Она косточек не ест». «Верно, верно. Подарим ей целое решето гороху. Горошек все любят». «Может быть, ей кочан капусты больше понравится или репка?» «Нет, это все не то. Тут нужно что-нибудь этакое, необыкновенное». «Где же нам это необыкновенное взять?» «Ой, бедная, бедная мушка. Неужели она в свой день рождения без подарка останется?» «Нет, нет, это несправедливо!» «Ну, надо что-то делать. А давайте мы у кого-нибудь совета спросим». «А тут и спрашивать нечего. Мушка у нас корова музыкальная. Я сам слышал, как она на лугу мычит. Вот и подарите ей песенку». «А точно, точно! Она ее выучит, будет петь и нас вспоминать». «Вот это подарок, так подарок». «Подождите, а где же мы песенку возьмем?» «Свою сочиним. Пусть каждый для мушки постарается». «Ура! Мы на мушкин день рождения громко песенку поем. Мушку дружно поздравляем с этим самым лучшим днем. Пусть всегда ты будешь милой, самой лучшей и красивой. Очень любим мы тебя. С праздником! Твои друзья!» Вот и вся сказка. Какие ребята молодцы! Какую замечательную сказку своими руками сделали! Да, Суня, недаром говорят, там, где дружно берутся, там все дела удаются. А где дела удаются, там и веселые песни поются. Еноточ, а может и нам с тобой дружно за какое-нибудь дело взяться, а? Обязательно, но только завтра. А сейчас
пора прощаться с ребятами. Ну тогда спокойной ночи, мальчики и девочки. Всего вам самого доброго, друзья. Даренная доброта множится. Детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях.